Автомобили Рено по госпрограммам с выгодой 10%. Терамобил на Янаульской 1А. Оплачивать жилищно-коммунальные услуги нужно не позднее 10 числа, а еще лучше до его начала. Новые расчеты производятся в последний день месяца, так что даже если вы внесете плату, например, 5-го, она попадет на счет вовремя. Но квитанция вам придет с долгом. Это самая малая неприятность, которая приводит проволочки. Несмотря на то, что у нами проводится работа с должниками ежедневно практически, все-таки достаточное количество людей считает, что не заплатить за жилищно-коммунальные услуги – это нормально. Поэтому вот для таких людей мы хотим пояснить, что даже если вы задерживаете оплату за один месяц, это уже считается просроченная задолженность. После первого пропущенного платежа вам начинают начислять пени. Сначала 20-30 рублей. Но чем дольше вы копите долг, тем больше они становятся. Рост идет в геометрической прогрессии и иногда доходит до 20 и даже до 100 тысяч рублей. Есть такая неприятная процедура, как обращение в суд. Если раньше мы подавали только судебные иски, это немножечко нас задерживало, потому что процедура длительная, то сегодня процедуры намного упрощены. Достаточно подать судебный приказ для того, чтобы с вас были взысканы все долги в судебном порядке. Ежемесячно управляющая компания подает в суд более 60 исков и заявлений. Если же дело дошло до суда, на вашу квартиру накладывается обременение. Вы не сможете с ней совершать никакую сделку. К тому же, в любой момент к вам могут прийти и арестовать имущество, и вы окажетесь невыездной персоной. Но самая неприятная мера для должников – это отключение электроэнергии. У нас проводятся рейды каждодневные по отключению электроэнергии непосредственно должников. Долги существенно варьируется, то есть получается от 20 тысяч до 350 тысяч. Ну, в среднем, получается, отключение производится 5-15. Ожидать обесточивания стоит тем, кто не совершал оплату 2 месяца и дольше, но решение есть всегда. Если вы пришли домой и обнаружили, что у вас нет электроэнергии, в первую очередь вам надо дойти до нас, рассчитаться за подключение, за работу электрика, внести сумму долга, и вам в этот же день подключат электроэнергию. Если вы планируете длительное отсутствие дома, в управляющей компании советуют подумать об оплате коммунальных услуг заранее. Можно внести приблизительную сумму, которую у вас выходит за месяц. В крайнем случае оплатить квитанцию можно из любого уголка мира. Для этого достаточно, чтобы под рукой был доступ в интернет. Так платежи у ЖХ принимают даже из-за полярья.